утонувшего 11-летнего мальчика нашли, как рассказала помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю. Тело ребенка было обнаружено днем 11 сентября, недалеко от места, где он вошел в воду. Его вынесло на берег. Напомним, трагедия произошла 9 сентября на пляже Витязева. 11-летний ребенок ушел купаться в море в шторм и утонул.